выйдешь. Ну хорошо, хорошо, я тебе верю, пошли. Да все уже, зря. Так, смысл, пошли, пошли, пошли. Флатбон, Мишку. Ладно, это же самый замечательный хил. Ты же меня учить хилить будешь. Вы это, адмиралу Ипа, это дайте за сбор, а то он был, а его нет. Не давайте, он хотел Ведьмака смотреть. Не смотреть, а играть. Играть, смотреть. Он был не мозг ебать, а заходить. Так я захожу. Он только вышел с креста и сразу ИП дали. Чё, теперь кто смотрит Ведьмака, тому ИП не дают? Блять, я да. Не смотрю, отъебитесь от меня, я в него играл. Кто смотрит Ведьмака вместо РТ, тому не дают. У кого-нибудь есть покупатель на этот... Эфире мешок? На что? Экфирия. Мешок экфирия. Где все одноразовые, когда они так нужны? Вчера аж три, было. Как рожане. И ты до сих пор, блядь, АФКшишь, мозгоёб. Почему я АФКшу? Я лечу. А хантам с лича нужна вот эта пушка? Не лук, а... Которая... Сегодня чел какой-то в ЛФГ писал, куплю, типа. Какую пушку? Название? Ну, это, рифковая. Продает. Френзику нужна... клятва. Кстати, я вчера вчера проверила фичу с сундуком, и на сундук работает, поэтому на этого можно на сундуке присумать на корабле. Кто у тебя доски покупает? Вар покупает. Ну, короче, у меня еще есть сумма, это покупатель на эквире. Саш, тебе микрофон по голосу. Ужас. Бейте давайте, бары. Френзик хочет запас забрать. Фрэнди, точно будешь брать их? Отлично, почему нет? Ну и здесь 84-е. Давайте за то, что я вернулась в нормальное игровое русло, мне сегодня выпадет пояс ебучий. Что дадут? Выпадет, выпадет, не дадут, а выпадет. Пояс ебучий. Давать мне ничего не надо. А он вчера в обычке упал. Все, сама возьмешь, да? Сама возьму, что надо, правильно? Уже кто-то в курсе. Сама возьмешь? Угу, буду рожать сама. Большого сама. Боешка, боешка, не тебе боешка. Там ловушек нет, если что. А сказать было об этом? А я Второй танк Кодбон? Да. Да, без Кодбонов весь агрон мне. Он должен быть на медведе. Фу, Кодбон, фу. Блин, я была бы когда на медведе за шапки показал. Давай. О, вторая боешка. Сколько боешек? Да.
Давайте этих двоих выйти. Один уже здесь, а второму, да, шкафчик, пожалуйста. Все, 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 все. Там Матеолари логается. У нас и Реори логается, остальное пофигу. Мясо справа. А, есть мясо. Это не мясо, это рыба. Это не рыба, это не мясо, это пиксель. Там апельсины лежат. Я веган, я ем их. Ну, Бабл свое что-то ест. С собой, видимо, в контейнере принес. Можно краски, а воины будут кричать на ап. У нас да, два паладина. А, у нас один покупать. А, точно. Он раздал каски. Так что все отлично. У меня нет каски, например. Покупателя своего проси. У меня эрдру покупатель. Ну тогда Вова. Вова, не вяжи покупателя. Он, все равно, он нам все-таки деньги платит. Не, я могу эрдрушку свою попросить, но она бафнет 8% на весь рейд. Вот как бы будем мучить. Готово, Вага, отсчет. Вага, считай. Кирс. Сгорный. Ничего себе работает. Сзади храм. Поставь вот. Там сзади два шипа, если что. Мусор предатель. О, поезд. Да.
Настя, ты пояс просила? Я не этот просила. А этот тоже нормально был. Ну, значит, за покупателей идут, как раз Варус вот будет. Хотя не знаю, как мы будем... Так, кстати, а кто там... Кого я сегодня находил-то? Так, эти двое все? Да, эти двое все. Да. Скажите, чтоб заинствовать. Или их полностью кип. Больше им ничего не надо? А, ну, моей дружке ничего вообще не надо, ее можно, да, нах. Ну все, тогда скажите, до свидания. Может, она это похилит, а? У нас пятого хила нет. Она может. Может, не надо. Ну, вообще, да, это не очень безопасно, но не очень знает ХМ. Точнее, очень не знает. Не дай бог взрывить что-нибудь. Ну да, мы же сильно выпадем 4 хила. Да, у нас Элдрил за троих нормально захили. А отбирал за четверых, которого нет, да? Блядь. А все, он там останется. А, нет. Подбирался. Там греется. Безвымянное это имя такое, ну в смысле никнейм. Я думал, это там типа просто ник не помню и так что-то написал. Внимательно прочитай. Безвымянный, чё? Ну, не безымянный, а безвымянный. Я так сказал. Это безвымянный. Безвымянный получается. Это Таурен или нет? Да. Это бычок. Бедный Таурен. Отрезали? Третий танк. Гречка. Вот. Все, кулаки ушли, да? Вышка слева, 2 ДК справа, кто где распределит. На сумон нажмите уже, наконец, ребят. Это сначала вторая фаза на гречку на пулю, а то он на той неделе вообще игру не смог набрать. Потому что я босса просто не бил. Я думал, другой будет танчик тот. Так сказали же, что ты на боссе. А я не услышал. По-любому медведь по трэшу бегает, 2 ДК на боссе. Значит так, РДД, Телорус, Неликс слева, Казума, Адмирал справа. Я куда придется. Значит, товарищи РДД, трэш, трэш, трэш. У нас
Значит, пусть закопаемся. То есть босса можете забыть. Ханты и милики тоже. А, так, слева. Ход на пул медведя. Там же бабл и справа первый конник и энх. Мозов. Вот этот вот, где вот сова сейчас бегает. Артемия задний. Вары. Утя. Нужно больше. Вот этот, где сова, третий. Войден задний. Вага на гвоздь. С босса вообще не слезаешь, Войден. Так, и Ра-2 на боссе. Так, по поводу третьей фазы. Бьют ханты и 5 РДД. По поводу контроля. У нас друидов мало, так что помогайте контролить. Вару феры раздавайте. Казуем, что не хватает. Товарищ демон, вы с нами? О, Полина зашла. Бегом я сюда. Кирса все равно в хиле. Кричите, потому что, блядь, не па. Все рядом. Сумон. Так. А кому основа? Безвымянно. Он за тапками. Основа никому. Из кораблей, если никому запы латные не нужны будут, он заберет. Бафните шаманов. Каску по ней дайте. Ну, походу, где сдохли. Все, он тут. Ну. В игре. А, да, еще роги на боссе, но смотрите, отбегайте, когда бонжорно всем. Привет. Есть кто живой? Пока все 25. У вас рейд, да? Да. А мне не буду отвлекать. Я убил бабу. Три, два, один, погнали. Как вы смеете Кирс? В эти священные покои? Алина. Дайте Геру. Контроль 5. РДД слева. Контроль 3.
подчинится моей воле! Десять процентов. Стоп, дома. Успеем. Ну чего? Успеем. Перевели. Ну давайте так. Трэш несем, дайте танк на агр. Дай. Духи. Ты не в силах противиться моей воле. Хорошо, ви. Контроль 3. Ты не в силу противиться моей воле. Ну, а какие-то сами. На пути в речку. Рейнджик конника поднял. Ты не в сил. Долорус, за контроль ты слева. Сначала киртир стать есть. Сначала кирсу поднимает. Зачем убиваете меня все время? Три контроля два раза убили. Рубли от бомжей все боссы. Только у Фрэнзика бы и остался. Контроль ты раздевал, ты сейчас всех пошел ты. Гречи бомжей. На все воля господин. На срез. Ваша смерть неизбежна. Что там надо, Вару? Не выпало, что надо. А можно не белым на транс? Зачем тебе? Чё на транс? Палку. Спасибо. Чего, блядь, почему я провалился? Зачем тебе кольцо на успех? Артём. Чего? Зачем кольцо на успех? Я на палку нажимала, что тянула. Танка скорее не надо. Палка кому-нибудь надо. Чего вы на гирсу наехали? Раз, два, три. На олдспек. У меня шадон там не наканул, кто духов ловил. Теперь он не из-за себя умер. Неликс, знабой инспектор. Тебя не слышно, лучше напиши.
Заберу, заберу. Слышно? Да. Как там Альянс, Неликс? Да я так пвпшил даже пока. Так, еще будет разбойник, который с кораблей хочет купить топор и меч. Его потом на сундук возьмем. Чего эту хрень надо в боссе забирать и перекинете? Не, сейчас отдам. Просто был бой. Кислород, ты меня слышишь? Не, что это? Покупатель хочет с кораблей купить две пухи, его потом возьмем? Или на корабли надо его взять? Сразу берем, сразу. Да можно на сундук присмотреть. Не надо, вон Френзик отойти хочет. Ну просто у меня еще один покупатель, я думаю, на сундук смотреть. Типа он сам так попросил. Ну, Эликс, аддон ЕПГП не пробовал включить? А, блин, у меня его вообще нету. Я его скачаю. Качай, иначе без лута останешься. Понял. Ты видишь, я разруливаю по аддону. Ну, когда там перерыв будет, нет? Чтобы скачать. Ой, долго. Так, Френзик. Френзик, портуйся. Как? Адмирал, дай шкаф. Ты ведут умный портал. Какой покупатель? ЕВД. Это на сундук. Там у Делого срока какой-то. Френзик, алло, прием. Делорес? Господи, давай я... Ничего, он молчит. Суманите Ромбу. Могу так запустить, может, у нас ноги нет. Ну, я бы тоже на сундук его суманул просто, если... Кто хочет уступить? Давай я варам уступлю, да и все, он портал стоит. Давай. Я, давай, зайди, кто зашел, я хоть не вижу. На я не понимаю, я кто могу... я, тут, блядь, я Уджа. Я Уджа. Утка, блядь. Очень мило, когда брутальным голосом мальчик говорит, я Уджа, я Уджа! Юджа. Сумоньте этого, Юджа. Портал ставлю вам перед кораблем, смотрите. Все, пришел этот разбойник, можно сумонить его. Кто еще желает уступить? Нельзя применить к этой цели. У него хоть есть третий кат? Или четвертый? Сейчас прошу. Какую надо? Третью? Четвертую нужно. Зулджин убит. Все, до свидания. Кто Зулджин 20 кастует? Так, этот вар еще токен Т10 сберет, если выпадет.
Два вагона, такие вагоны. Прошел по ним, думали мы. Вот. Так, еще надо мне на корабли кому-нибудь? Все, все везде. Пускай. Он, кажется, вышел, нет? Стой, стой, где он, блядь, вообще? Вот он тут стоит, нет? Блять, он упал, по-моему. Сложно. Ты его на корабль, наверное, суманул, он провалился с текстуры. Кисло, не сумань на лестнице. Она забаганная. Да, блядь, хули вы тогда поставили? Ни на корабле, ни на лестнице. Сейчас опять... Все, он на корабле. Надо на трассе сумонить, он пониже чуть-чуть. Запускаю. О, у меня ракетный ускоритель гоблинский остался. Блядь! Что опять? Мы будем биться со смертельным врагом! Совы не летают? Все, успел, взял, совы летают. Ты Игорь взять. Нам так кричать и пугать, блин. Этим рогой с вашим. Как можно было духов надеть? Спросил Миликов. Так красиво упали. Все причем. На мой заразитель духов. Ох ты! Делорус, Кодмон спрашивает, почем клинок? Чего-чего? Почем клинок, который ты продаешь? А, который меч отсюда? Да. 30к. Этот рога меч с Джайна еще покупает. Он занят. Не продается. Кем занят? Мамбой. Понял, ладно. Разве его нету? Кому второй нужен? Это же одноручный меч. Там уже падало так, что я куда. Что? Я раскурил, блин, пару КД назад. Ну, может, давай рейди, потому что у нас Саша ни разу не пропускал, и он за 4 месяца только один раз падал. Пропустил. Типа он в принципе в мейн рейде падал два раза. Один раз при первом убийстве его Тёма забрал, и второй раз забрал Саша. Все. Ну давай рейди, я забрался. Я помню, что я ходил это. Ну в давай рейди я слышал, что он часто падает. Но мы не давай рейд. Это с тем успехом, как Деварит убивает Джайн? В смысле с тем успехом? Я зашла с первого трая убили. Я одна ручка, я под двумя ручками. Вот чё, ну там нужен. А двуручный у нас ещё варом нужен. Ну у этого же есть вар. У этого вара есть. А у Войда?
Вы про какую пушку? Кривое цветение. А, я бы взял, если меня взяли на да. Маловато. У нас же на него на цветение очередь, даже Миша покупает у какой-то новой гильдии для своего бага. Норки, посмотрим. Посадки. Пьяниц у нас один паладин в рейде. Чтоб ты знал. И это не... Ладно, хоть не хулипал. Ну да, это хорошо, конечно, что не хулипал, но все же. Адмирал, хватит волоёбить, бей мобов. Я и так их бью. Ага, дистанционный контроль. Их просто убивают быстрее, чем я, блядь, что-нибудь кастую. Это называется не очень, очень сонный маг. Адмирал, бей Сурфанга. Во всех непонятных Адмирал Сурфанга. Да ладно! Блин, ты никого не должен был просуманить? Сколько за ними ходили люди? Нет, у него доступа нет. Адмирал, чат глянь. Получен урон от ракет. Три. Ага. Свакер. Ну, я был на вражеском корабле. На вражеском корабле нельзя урон от ракет получить. Однако. Я вначале от нее два раза пизды получил. Я помню, я чуть вниз не улетел. Я же могу сразу полететь от тебя, ладно? Когда ходили за этими счетами, блядь, они не падали. Да теперь они не нужны. Ну, когда нужны были мне, Насте, там еще кому-то. Они не падали, а теперь добро пожаловать. Дерьмо. А что еще кому-то надо счет? Матиол забрал. Вот. Кроме Матиола. Все. Вторые я забрал, мне лежит. Сейчас рыбу. Так, этот рога куда-нибудь что-нибудь надо? Рога за мечом еще с сундука. С урганга. А вару что-нибудь надо еще? Видимо, нет. Нет, куда рогу кинуть? Подожди, ему надо было пухи с этих, с кораблей. А, зачем не надо? Ой, с сундука не надо? После идти у него обычно. Шкаф. Утёнка, Уинст. А вару чем? А, вару печенька. Стоп, стоп, сейчас. Всё, нет, он ушёл. Прошел сумон, видимо, кто-то еще не ушел с рейда. О, сейчас прошел. Могу использовать эту способность. Надо подождать. Алина, чего не хватает? Инту, бесполезный маг. Сейчас. Одноразовый. Одноразовый сегодня нет. Сегодня бесполезный. Сейчас будет тебе одноразовый. Через минут 15 будет тебе парада. Круто.
У кислого МК пропадет. А Виталий что, на один день заходил? На два. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался цел и чист. Меньше 20 лет, это значит вагон. Сегодня я исполню это обещание. Так не вертите его, пожалуйста. Кислый там, блин, что-то хочет ТФПМ. Кто? Полина. Я гарнитов. У нее толк есть. Ну не прочитал я. Кнопки жму, тыкаю, дерусь, блядь. Двадцатку выдавать. Там псу не дамажит. Смотрю, магии не дамажит, да, адмирал? Да. Это тебе не доверяет, да, адмирал? У меня в ДВ было на 2500 больше. Да. Пиши параллельно еще раз, что там? Вообще я твин, отстаньте от меня. Все, понял. Он будет уже не поможет. Че, Леха? Потому что электриксы не дают. На какой там позиции? 20. Кто? Последняя позиция. Безымянный 13. Нет. Этого можешь не считать безымянным. 14. Сейчас я тебя проще скину. Подожди, Лёх. Сапы упали. Печеньки нет. Вот прикол, да, когда вагон дал столько же ТПС, как и наш рейдер, блядь. Ну, тут рейду в первый раз. Так, печеньку обычную Навара скинь до Лорусу, он ее заберет. Подожди. Ух ты, Френзик с приором 13 забирает, нормально.
Мы, как обычно, двух чумном кровь и на минуту. Что, с него упадет пояс? Какой? Гевки нет, значит упадет. Это все вопросы к этой, к ведьме. Местной. Да, Полина? Дурс, я тебе отдал печеньку, что ты стоишь? Все, я продал. Я переписываю. Что ты разворачиваешься, стоишь, ждет, думаю, что ему надо? Нет, ничего. Так, ребят, я пойду масло вылью. Перекинь утро кому-нибудь, а то боежка упадет, пропадет. Как с воронкой было, да, Петя? С воронкой было вообще ужас. Мне это в кошмаре приснилось. С Лехи воронку требуйте, да и все. Бах. А Вар идет с нами, чтобы фул закрыть ачивки? Вар уже вышел с места. Он на Валитре еще зайдет. Зачем? Узы и сапфировое кольцо. Узы тоже мимо. Ты ролишь? Угу. А кольцо, скорее всего, нужно кому-нибудь из варов, оно... Это бисовое. Кольцо кому-нибудь нужно, вары? Сейчас сапфировое кольцо. Это кольцо сейчас не бис, это Т5. Без кольцо сейчас другое. Ну, после... Не, она... Я как-то спрашивал у наших варов, они сказали, типа, надо. Вон зарезки сока, кольца, бисовые, силовые. Мозер, тебе надо? Варам никому не надо, никто не пишет. Ловушек нет, можете ходить сколько хотите. Сколько хотим? Да. Избавил нас от боешек. Да они все равно выиграли. А, Мозер выиграл, все. Ты избавил гильдию от боешек? Ты что? Да, я еще хуже. Коммунист? Где одноразовый мне ВМК надо? Гречка, тебе кольцо нужно? Или ты пошутил? Все, я тогда Вару пишу, чтобы он уходил, то он время потратит. Бля, всем все надо, оказывается. Не, ну, может он пошутил. Не, вы с кольцом-то решите, а вот пояс точно нужен, а кольцо тогда... Гречка сказал, кольцо надо ему. Кто и пояс бы я забрал тоже. Пояс не заберешь. Кольцо на ФДК, наверное, да? Зачем отдельное пояс? Агива на Блада. А здесь же, по-моему, с Туфлова нормально кольцо на Лара падает. Ему Агива нужна для крита. Короче, в Т5 у Блад ДК крита вообще не хватает, вот и все. Шесть есть. Ну чё, Артёмка? Две воронки. Уже исчезли, пока ты ходил. Вот она. Боежка. Ой, боежка. Ну ладно, все равно синяя шмотка. Превратите мобов в уголков, пожалуйста.
Спасибо, Котбон. Спасибо. Быстро. Да, спасибо. Казам! Быстрее беги, шевели колготки. Сантей пришел. Кто пришел? Сантей. Сумунул. Он просто зашел в игру, его еще тут нет. Теперь есть. Портал жмем. Все, он тут. А начисление ИП будет после всего? Да, после. Санте, чего не хватает? Ладно, ладно, вот мясо. Винты не вижу на нем. Кто-нибудь в курсе, до какого числа скидки? Что? 5 часов осталось. Сегодня, конечно, день. Плохо. Влага, отсчет. Обычно я тут не дают. Адмирал. Я вижу. Квадрат в миле. Крест вправо. Жаль.
На Эликс сотка. Не сбегаемся. Раздевалка, ты что там радуешься? Настя, ты этот пояс хотела? Кольчужную грудь, что ли, хочешь? Да ладно, топовый ж пояс, а чё? А сколько за этим поездом ходил Биг Бабл? Ну, вот эти в клуб будут. Кровь никому не надо. А это приступ бы вы сказали слетать в Даларан, чтобы он квест сделал на кровь? Ему же сейчас надо. Неликс, бегом в Даларан. Ты хочешь, чтобы мы его ждали? Мы уже ждем. Мы уже ждем. После босса. Бегом. Порталом бегом. Забыл. Портал уже стоит. Неликс, бегом. Даларан. Пока это на Дискорд почти не слышно. Дай квест. И сумон. Да он там уже Артем. В высокой башне он стоит. В высоком Хонгаре. Андрей, скажи, когда тебя суманить? Да я уже все здесь. Ну давай, Тим, кровь. Поехали. Меня могли присутствовать. А можно ли бабу? А ты не просил. А догадаться сложно, да? Да. Очень сложно. Касочку и инту. Христу. Нет, неправильно. Так, РДД хватает. Если дохнут РДДшники, Мотиова и Дейдра выйдет. А кто помнит, сколько РДДшников должно быть? 8. Сейчас их 9, окей. Кир, я знаю, что сейчас 9. Ну я так это себе не делаю. Эрисгорн. АФК Шер. Ладно, хилы потейте. А чё туда? Если что, танчит клабон.
чем упор подходит? Речка, гривни из РДД могла, пожалуйста. Ух ты, блядь, как красиво. Чё это было? РДДшники вошли в эту мили. На рынже же у них хуёво стоять. Шаманы, подъём. Добиваем тут два ляма. Давайте эту квест посрём. А чего, кого-нибудь? Ладно, добили. Обалденно. Как красиво. Сдох. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. А я не поняла, у нас не хватило РДД на рейнджей, поэтому кто-то в миле кинул? Нет, или... РДД подошли близко к боссу. Поэтому а кто? Я просто не вижу, чтобы там кто-то блевал в тот момент. Нет, не обязательно блевал, просто подошел поближе, ближе, чем 12 метров, все. Если не хватает 8 РДД в радиусе, то он плюет куда угодно, обычно в миле. Тут ШП был мили, ну типа попал этот губительный газ на трех РДДшников, но это не мог быть бигбабл, потому что мы ханты в принципе на ренже стоим, он бы не смог в мили. ШП просто кто-то повел своего слизнюка в мили зон, что делать нельзя. Я с своим слизнюком до конца бегал. Я хотел к тебе грипнуть, не успел. Да пофигу, я выдержу. То есть, типа, нормально. Никто не виноват? Виноват? Кто сбежался?